Ну что ж, я тут за кадром немножко поработал, сделал себе на улице вот такую мастерскую, просто так гораздо удобнее. Сюда гораздо удобнее закидывать эдекурусов, анкилозавров. Сейчас здесь переплавляется во всю металл, притащил с той базы. Ну плюс там еще что-то вот здесь у нас с вами плавилось. Таким образом здесь может быть нормально, естественно, что-то крафтить. Потому что когда ты играешь в соло, тебе вот эти дома в принципе не нужны. Ну то есть вот сюда заносить анкилозавры и эдекурусы — это сплошное мучение, особенно если у них перегруз. И потом пытаться отсюда куда-то сюда что-то перетащить. Соответственно, я решил, что нафига я это делаю, вот так вот будет гораздо удобнее. Это во-первых. Во-вторых, пока я все это делал, у нас с вами сейчас уже получается 37-й день. У нас есть костюмчик, нужно, кстати, все лишнее выложить. Так вот, у нас с вами есть костюмчик, он еще в более-менее нормальном состоянии. Я предлагаю, у нас с вами что там происходит? Самое главное то, что сейчас 10% в день, 90% ночь. Я предлагаю брать нашего скального Дрейка и отправляться на поверхность. Потому что я там еще ни разу никогда не был, и, ну, единственное, что мы с вами нашли как раз выход на поверхность в одном из выпусков. Так что предлагаю сейчас брать Дрейка, он стоит на той базе, и отправляться в путь. Нужно будет еще обязательно себе приручить хорошего высокоуровневого Дрейка, потому что, ну, этот хороший, но он не максимального возможного уровня, то есть там все-таки 140-го мы видели. О, привет, Картинос. Откуда вы постоянно здесь беретесь? Вот просто постоянно, один за другим. Я сегодня здесь убиваю уже 4-го Картиноса. Так, давайте посмотрим, что здесь. Еще один момент. Нам нужно обязательно искать вот эти вот ящики и собирать с них вещи. Потому что, ну, вот с этого выпали зеленые хитиновые штаны. Нам все-таки нужна, очень нужна хорошая броня. Плюс нужно собирать обязательно в большом количестве электронику по возможности, чтобы можно было сделать новый кондиционер и перенести их на новое место. Я там хочу сделать отдельную комнату, где у нас как раз будут инкубироваться существа. И по идее, ну, то есть здесь не так далеко. Мы с вами прилетаем сейчас примерно до центра карты. Благо, на Дрейке это сделать можно очень быстро. Жалко, скорость качать им здесь нельзя. Вот это было бы на самом деле кайфово. Мы, если не ошибаюсь, уже на месте. То есть нам просто нужно вот по этому подъемчику, который прямо перед нами, вот там вот. Все время вперед. Чего-то я по дороге на самом деле постоянно отвлекался. Ну-ка, да, мы с вами на месте. Сейчас получается... Да нет, 19:29, неплохо. Давайте быстренько одеваемся. И погнали туда. То есть сейчас споры, по идее, на меня вообще действовать не должны, потому что я в костюме. Я очень сильно на это надеюсь. Но это странно, защитный костюм, споры все равно действуют. Ну, типа, галлюцинации нету, но все же. Вот. И вот здесь вот должен быть выход. Фишка в том, что днем здесь постоянно полыхает огонь, и днем здесь находиться просто невозможно. Зато сейчас мы здесь спокойно с вами можем наткнуться на риперов. Вон, пожалуйста, первый. Ей, золотой луч. Но самое главное, что я здесь хочу, это вот лучи. Да, блин, а. Я с ними справлюсь, нет? Но это кролежницов, да? Ну, в принципе, я очень неплохо дамажу, потому что у нас с вами этот самый светляк на плече. У них не может быть очень много здоровья. Единственное, что они высокоуровневые, нет? Искатели. Этого почти забили хорошо. Расправимся, 68-й. Окей. А лужи после них остается, нет здесь? Давайте гасим. Выносливость, блин. Да зараза, а! Все, окей. Еще одного минусанули. Ну-ка, быстрее. Просто забираемся. Оу, неплохо. Седло на Картиноса сразу, плюс металлический шлем. Металлический 239. О, нет. Один обратно. Здесь все равно очень жарко. Ладно, не страшно. Но, в принципе, появляется нормальная броня. Вон там еще луч. Просто сразу, один за другим. Именно об этом вы и писали, что время как раз выходить на поверхность и собирать лучи. Но я, типа, не сразу понял, что вы имеете в виду. Но я так и прикинул, что, скорее всего, да, здесь большое количество лучей будет. Потому что под землей их нет. Под землей только вот эти вот коробки дропают. Здесь же. Отлично. Я не знал, сюда может забраться, нет? Да, по идее, не может. Да, пожалуйста, ну, хорош. Выносливость закончилась. Давай, восстанавливай выносливость свою дурацкую. Жира этих гадов. Мне нужно просто собрать все. Черт. Чертов искатель. Откуда столько хп у него? Седло на Картиноса тяжелое. Нет, здесь фигня. На брёниксы и штаны. Седло сейчас переложим. Все мясо пока что лишнее. Вот это долой, это съедаем. Слишком много вещей в кармане. Это просто долой нафиг, это нам не нужно. Я на самом деле говорю, вот на поверхности вообще ни разу не был. Насколько она большая, эта поверхность, я без понятия. А мне кажется, она не очень большая, это на самом деле. Еще один, что ли, где-то? Наверное, снизу.
Я так понимаю, что это отличное место для фарма элемента как раз. Ну-ка, никого вроде нету. Да, элементная руда здесь тоже выпадает. Но там-то она внизу тоже есть. Просто ее не так много. Давайте так, слегонца фарманем. Только будем смотреть в ту сторону. Она, скорее всего, тяжелая, да? Ну, так нормально, в общем, весит. Терпимо. Кстати, можно сразу избавиться от шлема, потому что есть вот от этого шлема, да. Есть такой, это все-таки еще 4 на 7 веса, это тоже не нужен. Окей, этого пока что достаточно, 88, ну, я не знаю, достаточно или нет. Я вообще без понятия, буду ли я что-то из элемента делать, посмотрим. Но если и буду, то, скорее всего, я построю сюда либо рампу, либо лифт нужно построить. А че я парюсь? Сюда нужно реально построить лифт и просто подниматься сюда на существах, и таким образом можно будет нормально фармить. Ты где, снизу? Он, походу, снизу. Ну-ка, отлично. Я надеюсь, что его можно собрать. Его... Да, можно, хорошо. Я хотел сказать, что уже, видимо, нельзя. Так, ладно, это неплохо. У нас с вами... Это можно выкинуть, на процеры нафиг не упало. А вот то, что маскировочный костюм улучшенный. Ну, такой, типа. Ладно, может пригодится так или иначе. Но здесь прям нужно постоянно, когда у тебя 10% в день, 90% в ночь, постоянно приходить, проверять, чекать это место. Ну или можно даже когда 50 на 50, тоже приходить чекать, потому что иначе мы с вами не соберем хорошую броню, не соберем хорошее седло, у нас не будет хорошего оружия. Под землей там тоже встречается, но мне кажется прям очень редко. Конечно, давайте седло на карбонеймис, чего бы нет. Я предлагаю забраться куда-нибудь вот сюда, потому что здесь они не будут меня атаковать постоянно. И просто здесь сидеть и ждать. Хотя... Нет, показалось. Хотя вообще давайте посмотрим, что еще здесь есть. Здесь есть какой-то, я не знаю. Чё? А, стена. Ну да, вот я увидел. Есть стена, хорошо. Именно это я имел в виду. Есть ли здесь стена или ее нету. То есть здесь очень маленькая территория. И особо-то здесь искать нечего, господи. Эх, я надеялся, что здесь будет нормальная поверхность, там, знаете. То есть можно будет полетать, посражаться. О, красный луч. А здесь оказалось, ну так. Давайте сначала синий луч заберем, он все-таки первый опустился. Я так понимаю, что могут быть только два луча, забираешь их и после этого еще два появляются. Слушай, как классно, что ты там заспавнился. Яй. В смысле? В это там и будешь стоять, не будешь вылезать, ладно? Давай быстрее, 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 быстрее забираем все. Ерунда, скорпион диплодок. Вот там и сиди. А мы сейчас вот сюда. Да ёп. Че, еще один что ли, нет? Блин. А-а-а, сожгись обратно. Куда ж ты меня скинул, гадина? Стоп. Эмоции, свет. Заряд кончился. Все нормально. Влезаем. Значит, сгорим, блин. Нужно сейчас будет, когда следующий луч будем ждать, просто выключить свет, чтобы он подзарядился. Так, это не очень хорошо. Пока что всякая ерунда сыпется. Вы только смотрите на это. Я так понимаю, что эта огромная планета заслоняет нас от солнца. Именно поэтому у нас получается длинная ночь. Без понятия, но мне кажется, именно так и есть. И там прям, блин, она красивая. У нас пока что ничего интересного, всякая ерунда выпадает. А ты еще не полетел? А, как же я не люблю это дело. Вроде все правильно делаешь, а он все равно не летит. Да полетели, друг, полетели. У него перегруз небольшой. С чего-то вдруг, мне кажется. Давай, отцепись. Пока что да, пока что такая одинаковая фигня. На данный момент было собрано всего лишь... Ну, на опустошителе это, кстати, неплохо. Пока что только вот эта вот всякая ерунда приходит, да. Мне кажется, отсюда уже пора сваливать. Все-таки в 4:30 вроде рассвет. Блин, да что за ерунда. В общем, пока что не везет. Нужно будет сюда еще приходить. Видите, уже так светлее и светлее становится. Давай, хорош. И у меня вопрос, а где выход? Или вход, или выход. Но где-то он здесь должен быть.
Это хорошо, что я сейчас решил сваливать, потому что я не помню, где он находится. А, вон там пещера, все нашел. В общем, сегодня ничего интересного не было. Давайте где-нибудь здесь посидим, подождем уже, когда начнется рассвет, чтобы просто увидеть, что там происходит. И, кстати, если судить по таймеру, то уже начался день, потому что минуты прям бегут очень быстро. Я так понимаю, что сейчас тоже будет день 10%, и, честно говоря, мне казалось, что там пламя должно полыхать, разве нет? Может быть, в 5 утра начнется? 4.59? Ну или там, может быть, 6-7, я просто вот этого не знаю, мне вот это интересно посмотреть. Во сколько оттуда нужно уходить? Сейчас там явно прям очень-очень жарко, то есть 9 утра, уже даже 10 утра. Но мне всегда казалось, что там еще и огонь горит. Может быть, что-то изменили, может быть, теперь там просто вот такая яркость. В принципе, по костюму у меня все хорошо, там он особо не портится. Я просто из-за того, что это очень короткий день, как видите, день прям летит супер быстро, он пройдет там буквально за 10 минут. Я на самом деле просто поторчу здесь, нету смысла сейчас никуда улетать, потому что только я улечу, мне нужно будет возвращаться. И следующую ночь опять тоже проведу наружу и буду пытаться найти какой-нибудь хороший рецепт. Вот такое на самом деле приятно видеть, когда у тебя с двух сторон красные лучи. Потому что, ну, как можете заметить, у меня уже есть сиреневый как раз арбалет, синяя винтовка, и это выпало все с синих лучей на самом деле. С красных лучей это у нас уже получается шестой, наверное, нет, или пятый. Пятый красный луч, а вот там шестой. И с них выпали, ну, например, вот такой вот альпинистская кирка, вот такая, я хотел сказать крюк-кошка, нет, альпинистская кирка вот такая выпала. Ну, то есть всякий шлам, вот по типу пульта удаленного управления точно оттуда выпадал. Трындец. Не знаю, посмотрим, что отсюда придет. Но отсюда может прийти какой-нибудь гранатомет самый обычный, да, опять же. Так, первый легендарный предмет, легендарный металлический топор, который нафиг не упал. Просто нафиг не упал. Ладно, полетели туда. Ну, игра, давай, не подкачай, пожалуйста. Так, у нас с вами блочный лук и седло на процера. Опять же, все бесполезно абсолютно. Ну вот как это называется? Как это, черт побери, называется? 106%. Вот именно это помповое ружье мне нужно, но, естественно, легендарное. Хотелось бы легендарное получить, но, как видите, получил какой-то шлак. У нас сейчас с вами сейчас 4 утра. Ну, в общем, пока еще не жжется. Нормально, до 5 тут можно посидеть. Там просто, как видите, еще один как раз луч. В принципе, это уже неплохо, потому что, как минимум, ну, нам не придется тратить ресурсы на создание. Плюс у меня появилась вот такая броня. Кстати, да, отсюда тогда можно забрать крылья, перекинуть сюда. Это вообще нафиг выкинуть поломанное. Вот, вот в этом как раз улучшенном, смотрите, там есть вот этот диск вокруг него. Золотой диск. Вот в этом улучшенном может быть что-то хорошее. И падает отлично. Но в нем ни черта не оказалось, вообще ерунда. Так, у меня возникают проблемы. Валим отсюда. Давай! Какой же ты придурок, а? Как же он порой себя странно ведет с этими прыжками его... Давай! Валим. Еще быстрее. Здесь действительно все начинает гореть. Я успел. Я в последнюю секунду успел свалить. Офигеть. Черт побери. Увлекся. Сколько время? Сколько время? 6 часов утра. В 6 часов утра это начинает гореть. Но причем у меня, в принципе, и костюм заканчивался уже. Почти-почти сломался. Вау, это было прям супер близко. Я сижу, жду, когда приземлится луч, там, смотрю сборки всякие в Майнкрафте интересные. И вдруг вижу, что все начинает гореть вокруг. Я такой, черт, черт, что валить? Вот таким образом мы проверили, когда начинает становиться жарко. Но по большому счету, мне сейчас не хватает из брони только штанов. У меня есть нагрудник, перчатки и... шлем. Да, все правильно. Ну, штаны у меня и ботинки плохенькие, да? Я имею в виду хороших, улучшенных. Но, как видите, эти у нас с вами зеленые, то есть из хорошего только шлем на самом деле. Плюс появляется арбалет на 193%, появляется винтовка 140%. И все сделал. Я тут быстренько все отсортировал. Хороший только на Каркиноса, немножко на спинозавра нашел, более-менее такое достойное. И все остальное это ерунда. Целый вечер провел за тем занятием, что просто сидел в этих гребаных дропах. Пока что ничего не выпало, то есть, видите, у нас с вами сейчас 40-й день. Начали мы с вами в 34-й. Один день здесь, это где-то 46 минут. Естественно, чтобы воровать еще яйца, нам с вами нужно отремонтировать костюм, а на это мне нужно полимер. Слушай, по идее, картина сможет снимать только... Прикольно, 134 полимера. Что-то прям как-то много, да? Так вот, по идее, картина сможет снимать только средних и маленьких существ. А Дрейк из-за того, что делает большие фекалии, значит, это большое существо. Логично? Мне кажется, да. Соответственно, спинозавр тоже довольно-таки большое существо, и с него снять нельзя. Именно поэтому, как бы, на дрейках можно спокойно с каркиносами сражаться, ничего не бояться. Так, давай сейчас быстренько отремонтирую наш костюмчик, и мы с вами отправимся за яйцами. Как же я люблю этого дрейка, блин, офигеть. Насколько это удобно.
Так, стоп, здесь новое яйцо. Ну-ка. Я понимаю, что здесь много дрейков. Но мне просто посмотреть. Отпустись. Спокуха. 76-й. Нет, это неинтересно. И там новое. 16-е. Класс. Странно, скальные дрейки 136-е. А яйца? Яйца тут 20-е лежат. Ну-ка. Смогу на тебя посмотреть? Да, 20-е. Стоп. Стоп. 136-е. Все отлично, давай выносливость восстанавливай. Мы сейчас просто хватаем и валим отсюда. Я не буду с ними махаться. Я не буду пытаться сражаться с ними. Да блин, уйди. Чертова скала. Я просто сваливаю. Все хорошо. Нормально, нормально. Есть, отлично. Нужно будет потом еще раз сюда прилететь, это все почистить, то есть забить всех дрейков, естественно, собрать все эти плохие яйца. Потому что иначе, ну, если вообще я захочу это делать. Если мне нужно будут еще дрейки, потому что я-то думал, что их можно скрещивать, а так 136-й это вполне себе топовый дрейк получается. Максимального, которого мы с вами видели, это 140-й. Сложно сказать, какой у них там максимальный плюс к уровню, то есть может быть 28, так как разница идет в 28 уровней. Так, давайте поднимаемся повыше. И отсюда полетели. Самое главное скорость набрать, дальше уже все ерунда. Давай, да, давай. Фух. Он про этот нос задирает высоко, что начинает очень резко терять скорость. Все хорошо, мы выбрались. Ну, вот это на самом деле была короткая поездочка. Ох, кстати, кристаллы, класс. И, да, со всего ничего на самом деле поломали броню. Кстати, на поверхности броня вообще почти не ломается. То есть я, считайте, отсидел где-то несколько дней там. Здесь же внизу из-за радиации она сыпется гораздо быстрее. Здесь все в порядке, да, все хорошо. Врубаем здесь все. Я так понимаю, что сейчас, ну, просто у нас с вами система должна сразу начать инкубировать. Потому что я же ничего не ломал. Единственное, Каркиноса нет, нужно сейчас за ним будет сбегать. То есть, у нас с тобой будет всего-навсего там минут 5. 2 минуты. 2 минуты, чтобы сгонять с Каркиносом. Туда-то я сейчас быстро доберусь, здесь недалеко. А вот обратно, ну, придется на нем попрыгать. Я не вижу надписи, их, правда... Ну, нет, если он вылупился, надпись красная. Ну-ка, я успел? Нет, я чуть-чуть не успел, он уже вылупился, ладно, плевать. Давайте клеймим. Я надеюсь, удастся именно его зацепить. Естественно, вытащить оттуда. Да, хорошо. Раз, все, он под нами. Все нормально, 6000 здоровья, 245 урона, неплохо, неплохо. Есть, приласкать. Надеюсь, сейчас что-нибудь тоже простенькое будет, и у нас с вами появится 100% привязанность. Но, в принципе, уже даже 6700. Я не помню, сколько у того было. Можно старое видео включить. А, кстати, а где ты? Я с тебя хотел седло забрать. Подожди. А, ты на процере стоишь, точно. Процерчик, дай-ка на него залезу. Точнее, заберу все из него. Здесь у нас просто немереное количество кожи, хитина опять. Это нужно будет обязательно принести на ту базу. Ну-ка, еще раз приласкать, нам везет. Все отлично. 100% привязанность. Остается только прокачать его. И, кстати, помните, мы с вами посадили... Блин, какие они красивые-то, а? Ты-то смотри на это, обалдеть. Они еще люминесцентные. Я не на то жму, подожди секунду. У нас с вами 10 здесь, фига себе весит, я тебя понял. А Игунадон у меня, если не ошибаюсь, умер, потому что... Да, он у меня был, но вроде его съели. А может быть кого-то другого, сейчас поищем. Паразаврик. Блин, свет включи. Показать эмоции свет. Раптор, раптор, паразаврик. Эквус. Да, Игунадон, кажется, съели, я просто уже не помню. Постоянно кто-то приходил, что-то устраивал. То есть нам нужен новый Игунадон, чтобы можно было делать семена. И мне здесь реально не хватает диадонов, чтобы можно было включить, и он на самом деле отличивал. Давайте хотя бы, не знаю, паразавра еще забьем. Уже просто забиваю всех подряд. Исключительно для того, чтобы мясо собрать. Вон у нас с вами как раз спиносы. Я не думаю, что он что-то со мной сможет сделать. Я сейчас еще немножко качну сейчас урон. Тем более, стегозавры его там неплохо так пробили. Так, нужно добивать, потому что это мой опыт. Это мой опыт. Есть, хорошо. Спокойно, спокойно. Все нормуль. У нас с вами плюс один уровень, мало. Мало-мало. Ну что, я отличил большую часть здоровья, то есть теперь можно, естественно, заняться прокачкой. Как помните, у нас наверху лежит одна коробочка. Ну, сейчас можно найти будет еще, естественно, коробки. Но будем так потихонечку использовать. 7, 7400, нормально. Наверху это...
Это вот там вот. Да нормально, долетим. Сейчас просто главное разогнаться немножко. И вот сюда. Можно было бы Игуанодона приручить, но я думаю, он сейчас никуда не убежит, тем более там этих самых фруктов, плодов точнее, не так много. Коробка была... Нет, не здесь, коробка была вот там вот, у подножья. И нужно сразу сейчас берем коробку и резко отправляемся к спинозаврам, потому что это просто самый лучший источник опыта. Тем более я уже немножечко его качнул. Ну-ка. Вот она, что-то не подобралась. Давай, подбирайся. Есть, отлично. Все, хорошо, сиреневый опыт как раз. И это сразу плюс 4 уровня, шикарно. Сиреневый это, если не ошибаюсь, X4 что ли, да? Я просто не помню. Да, 4-кратный опыт, все правильно. Сейчас будет очень обидно, если пойдут 120-е спинозавры, я их буду забивать. Но хотелось бы, чтобы на самом деле действительно были большие. Я даже не расстроюсь, действительно так и будет. Ну-ка, 64-й, окей. Потому что от спинозавра я не думаю, что здесь будет много толку нам. Ну, в смысле, в этом выживании. Когда у тебя появляются дрейки, когда у тебя появляется Каркинос, спинозавр теряет свою актуальность на самом деле. Последние 40 секунд, а мне выносливость заканчивается. В общем, 18500 получилось прокачать, что в принципе неплохо, то есть это на самом деле основное количество уровней. То есть дальше с каждым последующим уровнем там нужно будет все больше и больше опыта, естественно. 666 урон. Конечно, по уронам еще не сравнялись с тем, но и потрачено было гораздо меньше времени, потому что того я очень долго прокачивал, считайте. Вот все эти выпуски, черт знает сколько часов в общей сложности. А тут мы с вами, получается, за... сколько, за 5 минут столько вкачали, да? То есть, ну, у этого 19 тысяч. Мы сейчас посмотрим, сколько у того прокачано. Жалко, всех спинозавров закрыл. Ладно, 2 секунды последние, ну. Не, все, хорошо, ладно. Все, мы с вами дома. Давайте отпускаться, все, отцепляемся. Есть, то есть у нас с вами получается у этого сейчас 19400, 191 уровень. Здесь у нас... Ну-ка, 176-й, 16-100. Ха. Слушай, а здесь как-то урон в ближнем бою лучше прокачался, да? И опыта меньше. И при этом прокачка немножко лучше, чем у этого. Но у этого хорошо прокачивается очень здоровье. Ну, да, вот это, конечно, разница серьезная. Но здесь еще чуть-чуть можно прокачать, и урон, в принципе, догонит. Но, на самом деле, предлагаю сегодняшний выпуск на этом завершить. Мы с вами обзавелись еще одним скальным дрейком. Сгоняли на поверхность. Я больше, наверное, поверхность особо не буду добавлять в выпуски. Только, ну, если что-то годное, естественно, оттуда зацеплю. Наверное, включу тогда запись записать, что вот здесь там получил это. Блин, вот эти растения мне просто безумно нравятся. Но нужно будет приручать Игуанодона. В следующем выпуске это сделаем. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.